Всем привет, дорогие друзья, с вами Механик. Сегодня у нас новая серия City Car Driving. Давненько не было серии по City Car Driving, вы попросили, я сделал, все честно. Итак, сегодня погоняю с вами на интересной машине. Ну как сказать на интересной, на вот такой, на крутой тачке. Реально крутой аппарат у нас сегодня, Бэха М5, Е39 кузов. Что еще нужно для счастья? Просто прыгаем сейчас в салон и погнали. А эту и многие другие игры вы можете купить в моем магазине. Лучшие цены и 100% гарантия. Ссылка в описании. Тонер, ну вы видите, да, ну по кругу тонер просто сделал максимально. Сейчас посмотрим, как там в салоне. О-хо-хо-хо-хо! Для любителей бункера серия. Причем она у нас на механике. А что, коробка не работает? Странно. Попробуем на лепестках. Лепестковые движения попробуем делать. Интересно было бы, конечно, на коробочке все это дело. Ну давай, давай, поехали. Вообще нифига не видно, как так ездить. Это бункер, эти вот эти пацаны, которые делают вот этот бункер. Ну куда вы так? Даже поворотник включу. Вообще ничего не вижу в ней. Слушайте, ну мне хочется погонять на ней. И знаете, давайте-ка мы, наверное, все-таки с вами коробочку-то попробуем настроить, потому что это не дело. Посмотрим, заработает у нас оно или нет. Так, где? Первая передача. Попробуем. Да, работает. Вторая. Сейчас третья вроде как есть у нас. Четвертая, да. Пятая передача, отлично. Шестая тоже у нас будет. Но седьмой здесь нету. И задний ход вот здесь вот. Прекрасно. И еще в расширенных настройках нам нужно посмотреть, будет ли у нас автоматически на нейтрал. Да, на нейтралку будет ставиться. Все четко. Начинаем продолжать. О, заработала коробча у нас. Интересно, давно не гонял уже с ручной коробкой передач. Прям не терпится мне сделать какие-то лютые здесь движения на этом бимере, но нифига абсолютно не видно. Давайте мы попробуем с вами, может, как-то вот так с капота чуть-чуть поехать. Так габариты я абсолютно не понимаю, но это хоть как-то получится, наверное, что-то. Что-то с чем-то. Как назад-то отодвинуть? Во. Вот. А сейчас проверка на реакцию. Успеешь ли ты подписаться за 3 секунды? 1... 2, 3. Успел, красавчик. За тонер чуть погружаемся. Короче, как-то так попробуем сейчас покататься с вами. Но если не получится, вернемся в тонированный салон. Хотя, если честно, я уже начинаю вот привыкать к этому, к тонеру. Так, давайте-ка мы, наверное, сюда с вами будем поворачивать и... О! Ну, Шевиниву обогнали, это уже хорошо. 150 по городу. А чё бы и нет. Кайфово, кстати, катит она очень круто. Так, всё-таки я как-то, наверное, вот так сделаю. Верну в первозданный вид. Поехали, давайте куда-нибудь на трассу выйдем. Потому что городские движения на этой тачке, ну, такое все делать. Я просто нифига не вижу. Ой-ой-ой, я думал уже все, я думал не остановлюсь никогда, но нет. Все-таки получилось остановиться. Никого нет. Поворачиваем. Хо-хо-хо, ее носит жестко причем. Так, у нас тут скорая. Я бы по кольцу, конечно, попробовал на ней прохватить, но сами понимаете. Нет. Не будет этого сегодня, точно не будет. Не зима, тем более. Зимой еще как-то здесь понятно, как машины едут, но... Ну, поехали, поехали. Ну, че мы тупим-то? Че тупим, ребятки? Че тупим? Ох! Газелист. Ох! Просто! Вы видели? Раздал бачком и сразу в столб приехал. А она дрифтовая, я вам скажу. Ха-ха-ха, она реально дрифтит. Где у нас там? Ну вы поняли, кольцо не зря я объехал стороной. Сейчас просто покажу вам старт. Вот смотрите, отсюда старт будет сейчас с места.
Разгазовываем и... Нормально ее носит, кстати. Так, нам реально надо что, кольцо, что ли, тогда поискать? Я даже не знаю, я не думал об этом. Я думал, у нас сегодня просто будут такие какие-то движения. Вот, вот оно, происходит, происходит по чуть-чуть. Но мне очень непривычно в ситике гонять именно вот с таким видом от третьего лица. Но давайте попробуем, может быть, что-то из этого получится у нас. Это вам не форза какая-нибудь? Так, впереди будет сейчас поворот. Как видите, я ручником вообще ничем не пользуюсь. Чисто на газах. Вот это самая фишка вот этих мощных машин, что можно просто с газа уйти боком красиво. Вот она. Ну-ка. Ну все. Красиво ушел. Во двор пошел. Так, вернемся в салончик. Надо вспомнить вообще, каково это гонять. Вот эта тачка бы была без тонера. Было бы вообще люто просто. Так, вы понимаете, да? Тут колечко как бы нарисовалось само по себе. И грех не раздать по кольцу. Так, немного, немножечко прям так. Чуть-чуть. Ох, тут пассажиры-пешеходы идут. Давай, бабуля. Шлифует просто дико. Оу, тихо, аудист, ты куда пошел? Вообще так непривычно с видом от третьего лица играть. По-моему, я никогда этого не делал в ситике. Но почему бы не попробовать? Все, просто вот BMW сейчас наказал Mercedes по полной программе, а там полицейский за рулем сидит, чтобы увидели. Да что вы делаете? Дайте пацану нормально погулять. Ну давай, давай. Вот она типа шлифует, как бы. Но не шлифует при этом. Ну вы видите сами, что происходит. Типа, так не должно быть. Как-то странно все это. То есть ее вроде и несет боком, но хотелось бы, чтобы это все было лучше. Ну, поехали, 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 давай. Вот. Пошел в букс красиво. И вернулись в салончик. Сейчас попробуем по трассе что-то здесь. Хо-хоу, хоу. Просто дал гашетку в пол и понесло сразу. Видимо, подхват какой-то есть наверха, хотя мотор этот вроде как не турбовый. Здесь вроде атмосферка мотор. Хотя могу ошибаться. И вот на 3-4 М5 я точно знаю, что нет турбо, а здесь... Я не уверен. С другой стороны, вряд ли здесь турбо, потому что, насколько я помню, Е60, то есть следующий кузов, это была последняя атмосферная М-ка с V10 под капотом. Поэтому вряд ли здесь тоже турбо. Скорее всего, тоже атмосфера какая-то дикая. Ох! Просто боком две передачи. Встречка, встречка, встречечка. И кувет. Не, ну это я умею, в принципе, в куветы улетать. Ладно, давай потише, потише поедем сейчас. Надо как-то отсюда выбраться нам. На скорости 40 попробуем сейчас оторвать обвес и... Миссия выполнена. Обвесы по-любому, думаю, оторван у нас уже. Но здесь не видно, поэтому хорошо, можно не переживать. Все. Все, застрял, да? Ну ладно, ладно. Я думал, получится у нас что-то. Что-то как-то получится. Ну вот, смотрите. Просто она... Она не может не шлифовать. Но прикол в том, что она без сцепления практически едет. То есть сцепа так. Постольку, поскольку. Даже не обязательно ее жать. Ну нет, не переключается без сцепа. В какой-то игре я пробовал переключаться без сцепления. В принципе, получалось. Фуф, просто жесть какая-то.
А ну. Давай, давай, давай. Сейчас попробуем максималочку выжать. Что-то я даже не пробовал еще. Хотя обычно... Что, справа? Справа, полюбас. Оп, полетел. 200 будет? 200 и будет! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, это фаталити, бруталити просто сейчас произошло. Вы реально видели? Расколошматил тачку так, что там живого места на ней не осталось. Причем в BMW-то, может быть, еще и остались шансы какие-то выжить. Хотя на скорости 200. Сомневаюсь. Ну, реально сомневаюсь. Я думаю, что там просто фаталити-тоталити произошло. Вот смотрите, здесь в полный газ, если заходить, по-любому занесет. Хотя нет, что-то не сносит почему-то. 180. 200. Шестая есть у нас? По идее, должна быть. Да, шестая есть. 230. 240. Торможение! Ух, все, как на столб намотало, как будто. Марк был хороший. Не, вообще, я пытался со всех сил, ну, ее как-то траекторию сохранить, но вы видели, что там было. Давай, поехал. Поехала, бэшка. Но расколошматил так, что... Просто до свидания. Сейчас посмотрим. Ну, 230 было. Здесь не лучшее, конечно, место для проверки максималки, но какое уж я нашел. Пробуем. 239, 240 и... Не, ну... Я понимаю, что скорости, типа, слишком, наверное, крутые для этой тачки. Но, тем не менее, она едет. И это была даже не шестая передача, пятая всего лишь. Блин, как же темно в салоне. Но в салоне было бы еще посветлее, было бы вообще четко. Ой, машина мне очень нравится. И как выглядит, вот одна из самых, мне кажется, красивых эмок всех времен. Просто посмотрите на эти черты, на эти формы, на эти линии, на эти изгибы. А уж эти ангельские глазки чего стоят. Да. Это реально. Вот напишите в комментариях, какая вам из эмок больше нравится. Ну, из поколения эмок. Вот мне кажется, вот эта одна из самых красивых. Причем она без эм-обвеса вообще не смотрится. Но именно вот в эм-бамперах, ну вот реально вид у нее очень стильный. Да, 34-ка тоже неплохая, но вот это именно 39-й кузов прям просто песня. Очень красивая машина. Мне прям очень она нравится. И салончик у нее относительно, ну, не такой уж устаревший, согласитесь. Да, нет всяких там навороченных космолетов каких-то, но тем не менее, ну, неплохо она выглядит. Ну, реально неплохо. Все как бы есть. Руль, причем руль, я не знаю, мне кажется, не с этой модели. Как будто от М3. Хотя, может быть, и здесь такой был, не знаю. Смотрите, все есть. Вообще все есть. Класс, тачка просто лютая. Я вот тут хотел просто на ней, ну, понаваливать, потому что эмочка. И она едет неплохо, рулится хорошо. Не люфтит ничего, все круто. Но вот темноватая только. Пожалуй, единственный минус у нее. Темно в салоне, нифига не видно. Как вы ездите в этих ваших бункерах, вообще не понимаю. Ох! Ох-ох-ох, вот это да, на 200 просто такие лютые движения сейчас были. Чё, в знак? Не, не в знак даже, не в знак, не в знак, не в знак! Фокуса. Лучше фокуса, чем в знак. Блин, ну ладно. Это была такая разогревочная серия по City Car Driving. Следующая серия будет у нас, скорее всего, сумасшедшее такси, дикий таксист. Потому что я нашел там такую тачку, на которой грех не потаксовать. Ну и на этом будем заканчивать. Спасибо за ваше внимание. Надеюсь, ролик вам понравился. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.